21.04 в Москве. Это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И, как всегда, по понедельникам мой партнер. Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости». Добрый вечер. Всем привет. Всем привет. Мы продолжаем некий такой перечень осенних тем. Сентябрьская такая тема. Вот вы знаете, в «Московском комсомольце» 1 сентября забавная такая статья была именно в День знаний. Я могу даже из нее чуток зачитать. В пятницу вице-премьер правительства объявил, что плата за обучение в вузах отменяется. Миллионы студентов, получающих первое высшее образование, пусть даже и в частных вузах, будут учиться только за госсчет. Причем льготы распространяются не только на учащихся дневного отделения, но и на заочников. Соответствующее распоряжение уже подготовил премьер и принял к исполнению министр финансов. Короче, вот оно, светлое будущее. Огорчает одно, наступило оно не у нас, а в Турции. Высшее образование там действительно становится бесплатным. Россияне же прочно зависли в прошлом, и как при Салтыкове Щедрине видит от фортуны один только зад, в кавычках. Ну вот, собственно, для затравки темы наше сегодняшнее высшее образование. У нас в гостях заместитель министра образования и науки Игорь Федюкин. И вот, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Мы рады, что вы пришли сюда. Собственно, мы хотели обсудить статью Игоря, которая... Дмитрий Андреев, да. Да. Максим, да, статью, была у нас, была у нас статья, ну, мы как отнеслись к ней как к программной статье, и я так понимаю, что ее авторы тоже так ее рассматривали. Ее написал министр образования Дмитрий Ливанов, и ему ассистировал Андрей Волков, ректор школы Сколково. Вот, в статье излагались некие такие стратегические взгляды их на российское образование, о том, как его починить, изменить и занять лидирующие позиции в будущем. В общем, текст вызвал там разные отклики. Я знаю, что авторы ходили там тоже, потом отчитывались на радио, на другое, не на это. Вот. Мы, значит, можем чуть-чуть расспросить нашего гостя. Может быть, он прояснит. Там, значит, в целом очень такой, очень, я бы сказал, почти что шапкозакидательский тон. А на чем, как вы думаете, Игорь, основан оптимизм авторов? Там из текста получается, что прямо вот через год уже пойдут такие улучшения, что мы займем место в, значит, формировании мировой образовательной повестки дня. Примерно так. Ну, честно говоря, шапкозакидательства я в статье особенно не вижу. Вот. А есть, мне кажется, достаточно такая энергичная и бодрая постановка задач, задач по модернизации нашего высшего образования. Ну, мне кажется, это правильный подход, да? Там, да. Ну, вот, может, да, немножко это, так сказать, чтобы обострить. Вот то, что я вначале процитировал про Турцию. Собственно, здесь даже не столько как курьез, а то, что страны с конкурентоспособностью своего высшего образования веет к одной из основных стратегических задач. Вот то, что вот турки, скажем, объявили полностью бесплатное высшее образование, это что, популизм какой-то? Или это стратегическое решение, и в России рано или поздно к этому может прийти? Ну, знаете, это на самом деле, если уж мы говорим про Турцию, а не про Россию, то это действительно очень интересная новость, потому что Турция именно, да, это такой интересный, очень уникальный пример быстрого роста именно частного высшего образования, да, то есть пару десятилетий назад, да, в Турции существовало какое-то число государственных там университетов весьма посредственных. Да, и то, что мы наблюдали с тех пор, это действительно взрывной рост именно частных качественных университетов, да. Сейчас ведущие университеты Турции — это частные университеты, это Сабанджи, это Коч, это другие. Буквально там каждые полгода приходят новости о том, что очередной олигарх пожертвовал средства там или вложил средства, если хотите, в строительство там нового кампуса с нуля, да, куда там, значит, пытаются нанять преподавателей со всей Европы и так далее. Вот. И там действительно десятки этих частных университетов, которые успешно там конкурируют с государственными, и там более чем успешно. Вот.
в этом смысле, как вот та инициатива, о которой вы говорили, скажется на, вот этом самом динамичном секторе турецкого высшего образования. Это действительно такой очень интересный... Так, оно касается государственных... И государственных, и частных. И частных вузов тоже. Да, и частных вузов тоже, по крайней мере, так сказано вот в этой статье, которую я процитировал. Ну, здесь, так сказать, предположить, видимо, несложно, что произойдет, да, то есть эту плату за обучение зафиксирует, там, которую государство готово субсидировать, зафиксирует на каком-то уровне, да, там дальше цены идут вперед, да, значит, субсидия останется на прежнем уровне, не будет индексироваться, вот, и... А университетам будет тяжело. Но, тем не менее, интересная инициатива. Мне кажется, что вот как раз страны, растущие вот эти новые индустриальные страны, и Бразилия, и Индия, в особенности Китай, они какие-то очень долгосрочные стратегические программы вырабатывают. А вот в этом свете, насколько конкурентно сейчас, вот в этом контексте, российское высшее образование? Ну, смотрите, о том, что вы говорите, на самом деле, там два вопроса, две темы, да. Одна тема — это выработка стратегических программ, да. И здесь мы такую программу видим, мне кажется, достаточно четко, да. Это программа поддержки ускоренного развития, да, ведущих наших университетов, которые, как вы знаете, должны побороться за места в мировых рейтингах. Да, и это целая пирамида мер поддержки, инструментов развития, правильнее говорить, а не поддержки именно, ориентированных на университеты всех уровней, да, то есть на такое формирование пирамиды университетов, да, там, в которой университеты каждого уровня работают в своей определенной нише, да, но при этом имеют возможность развиваться, да, то есть. А у нас должна быть программа развития не только ведущих исследовательских вузов, да, но и программа развития, условно говоря, региональных вузов, готовящих кадры для какой-то местной экономики и не претендующих на исследования, может быть, сегодня, да, они тоже должны развиваться, да, и такая пирамида будет выстроена. По крайней мере, так мы планируем свои, структурируем свои инструменты поддержки, которые у нас есть, инструменты развития. Но это касательно стратегии, а вот то, что называется state of the art. Второе. Да, нынешняя конкурентоспособность. Конкурентоспособность. Ну, смотрите, завтра, 11 числа, выходит обновленная версия одного из трех ведущих, ну, там, очередная версия, да, очередной ежегодный выпуск одного из трех ведущих рейтингов международных, рейтинга QS. Вот, я его не видел, но, как намекают авторы, там будут сюрпризы и положительные для наших вузов, и отрицательные. Там увеличится число наших вузов, да, там, в том числе просто потому, что наши вузы более активно занимаются этим, да, уделяют больше внимания просто там вхождению в рейтинги, просто предоставляют информацию, да, представителям рейтингов, да. Вот. А кому-то удалось действительно продвинуться существенным образом вперед. Вот. Но, несомненно, там задел, потенциал для конкурентоспособности у нас есть. Вот. Но пока все-таки наши лучшие, как я понимаю, где-то во второй сотне, да? Лучшие наши университеты. Ну, там, на, скажем так, да, по совокупности трех ведущих основных рейтингов, да, где-то на границе там первой, второй сотни, может быть, балансируют. Ну, здесь тоже надо понимать, что в основе этих рейтингов во многом лежат исследования, да. Публикации, ведь рейтинг публикации, цитируемости. Ну, прежде всего, да. Прежде всего, это цитируемость, это публикации в международных реферируемых журналах. И в этом смысле не секрет, что значительная часть нашей науки сосредоточена в институтах Академии наук, да, там институты, наши университеты традиционно не были площадками для развития науки, да. Соответственно, там, в том числе и поэтому наши вузы, ну, может быть, не так заметны на международном уровне, да, там, условно говоря, если бы математический институт Стеклова, да, в этом рейтинге конкурировал, да, то там у него, наверное, были бы там весьма неплохие показатели. Это один момент, да, это понятно, как мерить там научные показатели, да, там это такая международная вещь, для которой есть очевидные такие сопоставимые международно показатели. А вот как мерить другие вещи, как мерить, собственно, образовательную компоненту, да, как ее мерить трансгранично, да, то есть там в рамках страны можно какие-то вещи смотреть через востребованность выпускников на рынке труда, да,
через те зарплаты, которые они получают. Ну да, стартовые зарплаты выпускника. Например, да. Как это мерить трансгранично, да, потому что мы понимаем, что там выпускник, входящий там в российскую экономику, выпускник, входящий в там какую-нибудь, не знаю, какую-то другую экономику, они даже в рамках России, на самом деле, да, региональные различия так велики, что многие этих вещей, они, ну, просто не могут быть показателями. Вот, это мы не очень умеем мерить в международных сопоставлениях, вот. А между тем, это там ключевые вещи, и во многом об этом и статья Андрея Волкова и Дмитрия Ливанова, да, о тех навыках, которые мы должны давать нашим выпускникам, да, о тех практических навыках, о тех навыках мышления, да, о тех навыках лидерства. Да. Ну, об этом мы еще поговорим. Вот я хотел одну... Сейчас, да, коротко, Максим. Коротко, просто для понимания, вдогонку вот к вопросу о том, что места наших университетов в рейтингах, ну, по сути, занижены именно из-за того, что наука у нас не в университетах. Ну, они не занижены, да, они такие, ну, какие они есть. Ну, да? Возможно, да, можно предположить, да, вот, по крайней мере, большая часть естественной науки находится вне университетов, да, то есть в этом смысле, может быть, наш национальный потенциал, условно говоря, наша доля пирога была бы больше. Добавь туда наши физические институты, математические, мы получили бы больше, да. Вот, а Россия одна такая вот с этим, с этой ситуацией, которая вот с этой академией, в которой наука Ну, Россия, конечно, не одна с этой ситуацией, да, там мы знаем, что научные общества существуют, да, там и Гельмгольца, да, Фраунхофера, да, Макса Планка существует в Германии, мы знаем, что существует Китайская академия наук, которая, в принципе, скопирована с советской, да, по своей модели, которая, кстати, сейчас переживает такие очень, очень интересные для нас такие институциональные изменения, да, там программа реформирования. Вот, но, конечно, в том виде, как она существует у нас, академия, там, система академии наук, это такая, ну, достаточно уникальная для современного мира, для там ведущих научных стран образования. Хотя, опять же, да, понимаете, ну, все научные системы мира уникальны, да. Нельзя, там, было бы глупостью говорить, что есть какая-то там западная, да, или международная система организации науки, да. Ну, не похоже в этом отношении Франции на Германию, ну, да, я там, спрашиваю на Англию, вообще, на США, потому да. что мне чуть-чуть больше знакома англосаксонская история, а про все остальные я вообще плохо понимаю. А вообще, скажем, реформа Академии наук входит в том числе в ваш круг профессиональных, вот с вашего нового назначения, сейчас немножко уходя в сторону от образования. Но это же все связано, это сообщающиеся сосуды. Ну, знаете, в круг моих профессиональных обязанностей входит, так сказать, забота о развитии российской науки, да, как это не так, может быть, высокопарно звучит, вот. И здесь, то есть, там, для нас, ключевое для нас, да, это, ну, как я для себя это формулирую, это улучшение институциональной среды, да, в российской науке, да. А там, когда мы говорим про развитие бизнеса, про инвестиционную привлекательность какой-то страны, да, там мы анализируем институциональную среду, административные барьеры, административное давление, да, там мы все знаем doing business, да, значит, сколько там нужно времени, чтобы получить лицензию и так далее, и так далее. На самом деле, мне кажется, что этот подход в каком-то смысле он вполне применим и с научной точки зрения, да. Мы, как министерство, должны создать благоприятную институциональную среду, да, в которую захотят приходить или в которую захотят оставаться исследователи, да, в которую исследователи смогут развиваться, да. Здесь мы должны смотреть на те же самые вещи, как у нас устроено там регулирование, да, какое у нас административное бремя, что у нас с коррупцией, да, что у нас там, ну, если не с судами, да, то с системой какого-то разрешения научных споров, да, что у нас там, если не с лицензированием, то системой присуждения степеней, да, с сертифицированием ученых, да. Это, на самом деле, очень схожие вещи. И мы свою задачу формулируем именно так, да. Там, улучшение институциональной среды, да. Превращение России в какую-то благоприятную, приятную площадку для проведения исследований. Вот касательно институциональной среды, цифры, которые меня очень впечатлили в статье,
Волкова и Ливанова, о том, что о количестве вузов. Сейчас сколько, по-моему, 1100 вузов в стране, и вот это вот количество... Мы то, с вами договаривались про цифры, советской... не спрашивайте. Нет, но тем не менее, это, я сейчас озвучу эту цифру. В Советском Союзе примерно 20% школьников, выпускников шли в вузы. У нас сейчас это 88%. То есть высшее образование у нас становится практически автоматическим продолжением образования. Как вы оцениваете этот факт? Да, как вы оцениваете этот факт? Ну, я считаю, что, так сказать, здесь не умением, а числом. Я так оцениваю этот факт, что за эти 20-летия расплодилось огромное количество всяких межгалактических академий туризма, вот, где люди либо за деньги, либо за абсолютную, так сказать, халяву покупают вот это вот образование. И на рынке труда переизбыток дипломированных специалистов, но недостаток настоящих знаний. Ну, настоящих знаний, как мы знаем, всегда, во всей эпохе, во всех странах недостаток, не правда ли? Вот. Ну, смотрите, ну хорошо, давайте решать тогда, чьи дети не пойдут в вуз, а пойдут в рабочие. Сказать, коллеги, сказать, ваши дети пойдут в вуз или пойдут в рабочие? Нет, ну помните, за счет таких же, так сказать, вот этого вот большого количества вузов, я думаю, может быть, за счет какого-то более строгого лицензирования, сертифицирования и так далее. Ну, смотрите. Нету ли вообще установки на сокращение числа вузов? Ну, смотрите, у нас есть установка на там, борьбу с псевдообразованием, да, на ликвидацию там, плохих вузов, да, которые фактически обманывают своих там, потребителей, да, не дают им те услуги, за которыми они пришли. Да. Вот такая установка есть. А какой-то целевой установки о том, сколько должно быть вузов, да, там, много, мало, да, вот, ну, нет здесь таких целевых показателей, да, что там, не знаю, там 800 или сколько, не знаю, там 500 или сколько угодно, да, там X сот и не вузом больше. Нет, это, ну, наверное, был бы не очень правильный подход, да. А, там вузы должны давать то образование, за которым, которое они рекламируют, да, сказать, за которым приходят учащиеся, да, это может быть образование разных уровней, да, там, в этом смысле, там, понятно, что образование, которое, там, фундаментальное, которое получает будущий физик, условно, ядерщик, да, обучающийся в ведущем университете, в Ленинградском университете, это там не то же самое образование, которое должен, видимо, давать, там, вуз, обучающий программе прикладного бакалавриата, да. Это разные навыки, это ориентация на разную нишу, да, в экономике. Вот. Но и то, и другое должно быть качественным. Да? Вот там в этом ключевая задача. А, ну, вот. А с точки зрения охвата, как бы, да, ну, ну да, там в Советском Союзе 20%, да, так сказать, шло в вуз. Ну, а там 100 лет назад, значит, 0,2% шло в вуз, да, значит, ну, причем кажется, что рост от 0,2 до 20% он нормальный, правильный, да, там, а до 20, до 80 он неправильный. Ну, уж больно ну, быстро все ну, это. Ну, больно быстро, ну, значит, произошло. Ну, да, ну, в этом смысле рост там, с 2 до 20%, да, там, что ли, там, в сталинский, там, ну, а, вернее, даже сразу после сталинский период он был да. ничуть не менее быстрым, да, вот, и... Чем нынешний. Чем нынешний, да. Но, конечно, вы правы, да, что там ключевая вещь — это качество. Ключевая вещь — это качество, и здесь мы будем занимать жесткую позицию. Напомним нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Игорь Игоревич Федюкин, замминистра образования и науки РФ. Мы уйдем на небольшую паузу. А и снова добрый вечер. Программа «Археология». Максим Трудолюбов, Сергей Медведев в студии. И наш сегодняшний гость — заместитель министра образования и науки Игорь Игоревич Федюкин. 65-10-99-6. Телефон студийный прямого эфира. Звоните нам и скажите, как вы считаете, где нужно учиться вот вашим детям? В России или на Западе? Где вы считаете наиболее конкурентное образование, ну, в вашей конкретной ситуации? А почему на Западе? Почему не в Китае? Почему не в Австралии? Ну хорошо, давайте поставим, так сказать, в России или за ее пределами. Вот, если у вас то есть в России варианты. Или в Сенегале? Ну, так скажем, за пределами России. 65-10-99-6. Ваш шанс задать вопрос заместителю министра образования и науки. А, ну вот, да, а я Максим. Вот хотел к науке чуть-чуть поближе. Вот очень интересно, на самом деле, про то, как создавать условия для науки. Но вначале, пока я вспомнил, пока не забыл, я вообще вот министерству интересна ситуация с тем, как
представлена научная картина мира в широком смысле, в, как бы сказать, в массиве, в публичных, в публичном дискурсе. Я имею в виду огромное количество псевдонаучных значит, людей, псевдонаучных заявлений, там, цитирование, использование как бы ненормальной, какой-нибудь там оккультной, там несуществующих знаний, что есть и там, не знаю, в документальном кино, на телевидении, там рынок забит, и, допустим, скажем, близкой вам, Игорь, исторической науки там наполовину, если не больше, состоит из как бы авторов, не имеющих отношения к истории. Вот вообще вот с точки зрения развития ситуации, министерство интересно эту ситуацию? Она может как-то влиять на, ну, Максим, на качество? Надеюсь, вы же не призываете министерство, значит, как-то ходить и запрещать людям там высказываться на телевидении, значит, про барабашек, да, или печатать то, что они посчитают необходимым печатать, и что не запрещено законом. Нет. Пожалуй, что не призываю. Ну, нет. Вот, да, но мне кажется, вот и мы не призываем. То есть это только саморегулирование? Ну, я, честно говоря, там, у нас есть уважаемые организации научные, у нас есть там Академия наук, вы знаете, там в Академии наук есть и комиссия по борьбе с лженаукой, да? Вот, но в этом смысле, мне кажется, было бы очень опасно, если бы министерство, да, орган как бы там бюрократический, да, а я сказал бы больше орган, ну, такой, в принципе, сервисное подразделение при российской науке, да, вдруг стало бы говорить, там, определять, кому и что можно печатать, кому и что можно говорить. Вместе с тем, конечно, для нас очень важно там то, что связано с популяризацией науки, да, то, что связано с там, преподаванием каких-то там научных предметов в школе, тем, что, то, что связано с вовлечением науки, молодежи, да, там, в науку, там, юношей, школьников в науку. Да, там, это абсолютно ключевые для нас вещи, да, там, и мы здесь будем работать лучше, целенаправленнее. Дальше и больше. Дальше и больше, да. Хочу напомнить телефон наш студийный прямого эфира 65-10-99-6. И вопрос, где детям вашим лучше учиться, в России или за ее пределами? Евгения на линии. Добрый вечер. Я хотела сказать, что одна из причин роста высшего образования – это причина прятание наших сыновей, да, потому что многие из нас стараются дать высшее образование своему ребенку, сыну, да, не потому что хочется дать высшее образование, потому что не хочется идти в армию. Это одна из больших проблем, да, отсутствие профессиональной армии. И я слушала вашу передачу по поводу образования вообще начального. Я хотела сказать, что и начальное образование, и высшая школа настолько сдали по сравнению с нашими временами. Будучи врачом, я вижу, до какой степени упал уровень подготовки высшей школы медицинской. Он упал ниже плинтуса. Вы получаете не специалистов. Не знаю, в чем причина. Может быть, причина в том, что система немецкая, традиционно существующая в России, разрушена, а англоамериканская не очень приживается. Не понимаю, зачем надо было разрушать работающую систему и подстраивать ее под нечто, в общем, наверное, уже нам не близкое. Но это моя позиция. Спасибо большое. Понятно. Спасибо, Евгения. Ну да, так... Концептуально Евгения поставила вопрос разрушения немецкой системы. Но вопрос не поставила. Это была констатация, мне кажется. Констатация, да? Ну да. Вы можете прокомментировать? Ну, если вы ее переформулируете вопрос, то попробую. Нет, ну, ваше отношение к этому, к произошедшему. Ну, смотрите, это, мне кажется, во многом то, о чем мы говорили до перерыва, да, вот тот рост охвата высшего образования, да. Конечно, несомненно, тот рост охвата, который произошел, да, тот громадный рост охвата, который произошел, о котором вы правильно говорили, он не мог не произойти без, не сопровождаться там падением качества, отчасти потому, что да, там, фактически мы имеем, так сказать, тот же самый корпус преподавателей, да, на самом деле сократившийся корпус преподавателей, да, там, с выбытием, да, многих там
сильных преподавателей по возрастным каким-то причинам, и по экономическим причинам, и по связи с эмиграцией, вот, которые фактически обслуживают там существенно в разы большую, да, там, массу студентов. Но здесь не надо забывать и про то, что действительно в связи с тем, что, о чем вы говорили, условно говоря, если 30 лет назад 20% лучших учеников выпускного класса, да, шли в ВУЗ, да, то теперь идут 80%, да, учеников выпускного класса, да, там, ну, там примерно, на самом деле больше. А вот, и, ну, то есть, конечно, у нас совершенно другая картина, да, там, мы имеем, когда мы заходим в аудиторию, мы имеем там тех, кто там являются отличниками, да, кто являются лучшими 20% учеников класса, или мы имеем всех. Да. Ну да, собственно, весь класс. Вот, собственно, весь класс. Да, в этом смысле действительно, там, наверное, ощущение от там, общения с этими студентами, оно немножко другое. Вот там коллега, который заходит в класс сейчас, по сравнению с тем, который было раньше, да, там высшее образование в среднем стало менее селективным. Более рыночным, наверное. Я думаю, это имелось в виду. Но с какой ненавистью вы произносите слово «рыночный»? Презрением почти. Ну, здесь я пытаюсь как раз то, что вы просили, переформулировать то, что Евгения говорила. Ну, я не вижу, честно говоря, чего-то плохого в рыночности образования. Да, там рыночность в этом смысле — это то, что потребителям, учащимся, да, предоставляется тот продукт, который они хотят. Да. Другое дело, что многие из наших сегодняшних студентов, их семей, являются неквалифицированными потребителями этого высшего образования. Да. Условно говоря, там, это тот продукт, который они потребляют, покупают в первой жизни. Да. У них нет понятных, может быть, стандартов определения качества, понимания того, да, там, а что такое хорошее, а что такое плохое высшее образование. Конечно, есть те моменты, о которых говорила уважаемая Евгения, да, что вообще и не всегда-то вузы идут, к сожалению, за образованием, да, идут за другими вещами, идут за отсрочкой, идут просто за корочкой, да, потому что действительно ситуация, когда там 80% учатся, там или больше, просто сам факт отсутствия какой бы то ни было корочки, он является очень сильным отрицательным сигналом для работодателей, да. Ну, что вот сказать, мол, за парень такой, да, значит, если никакого-то диплома не смог себе достать. Вот. Это все, конечно, беспокоит, но мне кажется, ситуация здесь будет управляться, уже управляется, да, и там мы знаем, что и работодатели, на самом деле, да, там, они, как мне кажется, достаточно хорошо видят ситуацию, видят, там, из какого вуза пришел человек, да, то есть, да и студенты, как мне кажется, да, абитуриенты, вернее, их родители, они все более четко понимают, что именно им нужно, да, во что имеет смысл инвестировать рубли и годы жизни. Напомню, что у нас в гостях Игорь Федюкин, замминистра образования и науки. Напомню, наш телефон прямого эфира 65-10-99-6. Звоните нам и скажите, куда вы хотите отправить учиться ваших детей. В Россию, в российский университет или в какой-то зарубежный. А вот если продолжать говорить именно вот с точки зрения создания условий, для развития, для возвращения, может быть, и развития в России науки, что можно сделать, что вы уже сейчас наверняка понимаете, что именно нужно сделать и что будет делаться именно. Работа адова будет сделана, делается уже. Да. Ну, смотрите. Есть ряд там, как бы, очевидных вещей, да, то есть там мы на самом деле действительно очень плотно сейчас общаемся с коллегами, там, с самими учеными, да, с теми, кто делает науку, кто делает те самые статьи, да, вот, потому что там все какие-то решения, которые могут приниматься, они должны исходить именно от них, да, и потому что только такие решения будут легитимны, да, и потому что там, не опираясь на них, мы просто эти решения не придумаем, да, мы только они могут сформулировать, что нам надо делать, вот. Но на самом деле какие-то вещи уже совершенно очевидны, да, они очевидны всем, да, это связано с дебюрократизацией, да, в науке, с тем самым регуляторным бременем, да, совершенно, ну, как-таки уже зашкаливающим, да. Коллега Михаил Гельфанд, да, там, ну, вот известный ученый, известный автор,
который вошел в общественный совет Миноборнауки, мне там какое-то время назад показал хронометраж, который, они сделали в рамках выполнения одного из минобровских НИРов. Да, то есть просто сколько уходит времени там, вот, по минутам на заполнение такой формы, сякой формы, вот такого промежуточного отчета. Да, но что это такое там, НИР? Научно-исследовательская работа. Да, это, да, это как бы это сказать, грант, но не совсем. Ну, то есть, ну, это форма финансирования исследований. Mm-hmm. Да, бывает грантовая форма, да, mm-hmm. бывает через НИРовский контракт. Вот, но это что-то такое, то есть это сотни часов, да, вот, на заполнение просто таких отчетов, которые, конечно, разумеется, никто не в силах прочитать когда-нибудь, да, там, в Минобре или где-то еще, да, это такое абсолютно... Mm-hmm. бесполезное, okay, да, бесполезное сжигание okay, человека часов. Так, снижаем барьеры, ага. Mm-hmm. Дальше мы должны просто адресно смотреть, да, там, и это мы там собираемся делать и уже делаем, да, говорить с теми учеными, которые там являются, да, там точками роста, которые являются лидерами нашей науки, просто смотреть, что им мешает работать, да, где те узкие места, которые нужно расшивать там, в институциональном отношении, да. Если мы будем смотреть там, на весь спектр существующих институций, да, на говоря, там, от академических институтов до научных фондов, до ведущих университетов, да, то есть мы должны везде смотреть, что и где нам мешает работать. Ну да. Вот. И, ну и, наконец, финансирование. Вот. Финансирование на науку, как вы понимаете, много никогда не бывает. Вот. Понятно, что мы в этом отношении... В абсолютных цифрах мы, так сказать, проигрываем существенно нашим конкурентам. Вот. В относительных цифрах, надо сказать, там, в процентах ВВП, у нас, в принципе, не такая катастрофическая ситуация. Мы, на самом деле, в процентах от ВВП науку финансируем, в принципе, на уровне... 104 там, у нас. Более-менее сопоставимым с... Подожди, образование. У нас образование, наука... С развитыми странами. У нас проблема в чем? Что там в развитых странах на эти проценты госфинансирования накладывается, бюджетное финансирование накладывается еще столько же, а то и больше небюджетного. Да? Ну, а понятно, здесь мы проседаем. Софинансирование. Да, да. Хочу напомнить, наш телефон студийный прямого эфира 65 10 99 6. Звоните нам и скажите, куда вы отправите учиться ваших детей, в России или за рубеж? Сергей на линии. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я хотел сказать, куда я бы отправил, и потом могу задать физику. Если можно, радио выключите, если слушаете. Значит, куда бы я направил? Я направил бы своего ребенка туда, где он собирается жить. Если он собирается жить в Штатах, значит, учиться в Штаты. А так можно по любому образованию учить у нас в России, потому что у нас сильнейшие научные кадры и сильнейшие есть традиционные научные школы. Это вот один момент. Ну, конечно, тогда, если он хочет заниматься наукой в какой-то области, а эта область у нас не развита в каких-то научных центрах, то, естественно, он должен поехать за границу, но при этом в этом должно заинтересована быть Россия. То есть она как бы его контролирует действия, что он поехал учиться в тот или иной вуз зарубежной страны. Понятно. И момент, вопрос вот Федюкина. Да. Объяснить, если можно, по пунктикам, почему разрушили нашу систему образования школьную? Ведь достаточно было просто убрать слово КПСС из предисловий любого учебника. Понятно. Ведь на этой школе мы сейчас живем. Ведь я знаю, Сергей, спасибо. Оборону, и все, и науку. Спасибо. Ну вот, такие вопросы от наших слушателей. Понятно. Ну, честно говоря, я не согласился бы с уважаемым Сергеем в части разрушения нашей школы. Вот мы эту ситуацию оцениваем не так. Вот, и на самом деле там все какие-то международные исследования, да, там те же PISA и TIMSS, они, в принципе, показывают, как это может быть не парадоксально, что наша школа, да, средняя, особенно начальная, что она, в принципе, так сказать, себя чувствует не так плохо, на самом деле, да, что она на уровне там даже развитых каких-то стран, она выглядит вполне достойно, я бы сказал, больше, она выглядит, может быть, даже более достойно, чем можно было бы ожидать, учитывая просто, так сказать, наш там, для страны с таким подушевым ВВП. Вот. А что касается, где учиться, поспорю с самым первым тезисом Сергея о том, что
Выбор места образования, он должен определяться выбором места последующей жизни. Да, вот если ты... Вообще сложно представить, как ребенок 17-летний может решить заранее. Это во-первых. Вот. А во-вторых, мне кажется, что просто на самом-то деле не существует больше таких авторхичных, да, замкнутых систем образования, замкнутых экономик. Да? На самом-то деле... Сегодня, мне кажется, опыт какой-то обучения, работы, жизни в какой-то другой среде, в какой-то другой культуре является, в принципе, ключевой компетенцией, да, без которой очень трудно работать в современной экономике. Да, и не сможем мы на равных конкурировать с нашими ведущими какими-то там партнерами, они же соперники, да, а мы с ними, несомненно, именно конкурируем. Да, не сможем мы с ними на равных конкурировать успешно. А если у нас не будет кадров, да, если наши специалисты, если наши преподаватели, чиновники, предприниматели, кто угодно, не будут себе на личном опыте представлять, а как вообще устроены другие системы, да, ну, да, социальные, политические, экономические, какие у них есть достоинства и недостатки, кстати, да, там, вот, и, соответственно, в чем наши преимущества сравнительные, вот, поэтому без этого, мне кажется, совершенно никак, и... Нет здесь такого правила, что где человек... Где родился, там и пригодился, да. Понятно. Давайте послушаем еще одну историю. Борис Михайлович звонит. Слушаем вас. Да, алло. Вот сейчас передача идет. Да, Борис Михайлович, мы вас слушаем. Вы в эфире. Ну, что? Образование и так далее. Радио, выключите, пожалуйста. А нет, второе название... Она не отвечает на вопрос, включает меня сюда, то, что по радио передают. Понимаешь? И не надо звонить. Так, я думаю, Борис Михайлович снова нам перезвонит и расскажет нам свою историю. Максима слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Да, я склоняюсь, конечно, к тому, чтобы отправить детей учиться за границу. Собственно говоря, в течение вашей передачи неоднократно звучал тезис о том, что... наши, скажем так, преподавательские кадры по уровню подготовки ничем не уступают зарубежным. Ни разу не звучал такой тезис. Ну, в частности, один из... Слушатели озвучивают, да. Слушатели, да, может быть, я, так сказать, с неоднократным преувеличил, но, тем не менее, звучал такой тезис. Вот, что хочу сказать, что с точки зрения именно академической подготовки уровня знаний, я, в принципе, готов согласиться. Я думаю, что многие преподаватели обладают достаточными знаниями. Но где мы безнадежно устарели, так это в именно способах донесения этих знаний до аудитории. Достаточно, я сам закончил, так сказать, далеко не худший, как считается, вуз в стране, МГИМО. Но, тем не менее, когда вот несколько лет назад Ельский университет выложил открытый доступ к своей лекции, сейчас недавно был запущен проект Курсера для лучших мировых университетов. Тоже, опять-таки, в свободном доступе можно лекции слушать. Но это просто земля и небо. Когда ты слушаешь и понимаешь, насколько это доступная информация, насколько... правильные методики подбираются для того, чтобы донести и в интересном виде подать эту информацию слушателям. Вот я боюсь, что здесь нам очень многое и многое стоит перенимать и многому учиться именно вот с этой точки зрения, как это доносить. Да. Слушатели. Да, Максим, спасибо. Ну да, здесь действительно просто разовью. Там вам со многим согласился бы, поспорил бы только со словом «безнадежно», которое прозвучало. Но я здесь не вижу, то есть там не вижу ничего безнадежного, не вижу ничего невозможного в том, чтобы действительно, как в конце своей реплики Максим говорил, перенимать, учиться, предлагать какие-то свои решения, да, собственно. На самом деле, этому и посвящена статья Андрея Волкова и Дмитрия Ливанова, да, как раз именно этой проблематике. На вашу точку зрения, на ваш взгляд, Игорь, ведь вы же тоже и в РЭШ работали, и преподавали. Насколько вообще адекватна сейчас нынешняя, вот скажем, лекционная система, вот это вот засилие лекций в университете, то, что иногда там иную неделю там 28-30 часов лекций слушает студент, эти бесконечные заседания. Насколько это адекватно? Ну, мне кажется, что действительно
чего нам не хватает, это там гораздо более интерактивного, да, такого общения между преподавателями и студентами, отхода от такого лекционного формата, да, и движения в сторону таких семинарских смешанных каких-то занятий, да, в рамках которых бы не просто студенты записывали за преподавателем, да, но была возможность оттачивать презентационные навыки, навыки мышления, да, навыки анализа, навыки ведения дискуссии, да. Этого действительно остро не хватает, и этому действительно мы очень мало учим, хотя, на самом деле, целый ряд ведущих наших вузов, они как-то понимают это, движутся в эту сторону. Вот. И, конечно, вы правы, что, на мой взгляд, ну, может быть, коллеги в министерстве, которые занимаются, собственно, тематикой, если нужно, меня поправят, конечно, но на мой личный взгляд, действительно, у нас перегружено расписание, причем на всех уровнях, да, вот такой вот нагрузкой аудиторной, которая не оставляет возможности, там, если всерьез подходить к занятиям, да, то есть там, как бы, вот если действительно их посещать, не оставляет возможности ни для самостоятельной работы, ни для практики какой-то, да, реальной. Вот, Максим. Да. Да. То есть мне кажется еще, что перегружены преподаватели. Вот мое воспоминание скажем, ну, в пресловутом упомянутом Йеле или вот в там неупомянутом Гарварде, ты сталкиваешься с прекрасным расслабленным профессором, который читает, ну, два раза, три раза, ну, может быть, четыре, если у него есть, допустим, семинарские, он, значит, сталкивается со студентами. Для него в неделю. В неделю. Да, это удовольствие для человека, это видно. Значит, большая часть остального времени он читает, почему много читает работ студентов, потому что студенты много пишут. И еще больше он, конечно, занимается своим исследованием, по которому он, собственно, в основном измеряется. Хотя его еще оценивают студенты, естественно. Ну, Максим, вот. В общем, вот, мы имеем вот этого прекрасного, расслабленного, значит, профессора, довольного жизнью, абсолютно свободного человека, ведущего, так сказать, можно сказать, почти что декадентский образ жизни, потому что он еще и, значит, имеет пожизненный контракт. И здесь у нас мы имеем, значит, перегруженного беднягу профессора. Ну, Максим, ну, все-таки, то есть это правда, конечно, и то... Как сблизить эти две картины? И то, что вы описываете, да, значит, это, конечно, это такое счастье, да, вот, но все-таки, ну, Гарварда все-таки достаточно мало, да, вот. Ну, значит, это мы берем, это как бы самое, это, да, это близко мы, где-то уже там. Да, то есть это мы берем там верхние, там, ну, несколько, в лучшем случае несколько десятков каких-то университетов, да, которые, там, американские, да, условно говоря, которые могут себе позволить, там, своим ведущим исследователям, да, давать такой контракт, который там, предусматривает, там, может быть, там, три семестровых курса в год, да, там такие достаточно расслабленные форматы. Вот. А, конечно, если мы спустимся там на 100 позиций ниже, да, то мы увидим преподавателя, который не на каком-нибудь пожизненном контракте, да, который читает 6 семестровых курсов, а то и 7-8 семестровых курсов в год, да. Ну, который, да, не имеет никакой, возможности ничего преподавать, да, и тоже пахоты хватает. Исследовать, да, вот, и... Но, конечно, мы должны для нашего... Ну, а есть план, как бы, есть вот это? План есть, Максим, план есть, план есть, Максим! Я хочу вот это тоже развить это. Напомню, кстати, телефон наш студийный 65-10-99-6. Скажите, куда вы отправите учиться ваших детей, Россию или за рубеж? И у нас уже есть несколько звонков, мы сейчас примем. Хотелось быть профессором в России. Игорь, вот что я хотел спросить. Да, я, так сказать, отвечу Максиму. Да, я надеюсь, что, так сказать, работа ада будет сделана, и через какое-то время... Захочется мы в результате этой работы мы построим такие университеты, в котором, так сказать, я смогу быть как раз профессором в той прекрасной модели какого-нибудь подмосковного кампуса с березками, значит, да, помимо, вы описываете. Игорь, да, помимо аудиторной нагрузки, нужна ли, в принципе, такая вещь, как ГОСы, государственные образовательные стандарты? Вот когда сейчас у нас, скажем, каждый учебный курс прописывается, какая квалификация должна быть, какое, так сказать, качество воспитывает это в студенте и так далее. Вот это вот такая детальная регламентация всего этого.
Уф. Ну, а здесь, мне кажется, там я могу только свою какую-то личную, индивидуальную точку зрения высказать, да? Вот. Мне кажется, что там в идеальном мире, да, каком-то прекрасном и удаленном, мне кажется, конечно, ничего этого не нужно. Потому что есть университет, да, есть профессор, которые прекрасно сами знают, как им преподавать, и которые дорожат своей репутацией, и поэтому преподают качественно, да. А если они не всегда преподают качественно, то есть, значит, работодатели, есть рынок труда, который оценивает, значит, да, там, то, как эти преподаватели ведут работу, и система саморегулируется. Понятно. В идеальном, значит, прекрасном мире. Там сейчас, наверное, нам нужна какая-то система такой, ну, стандартизации какой-то, да, вот, о которой мы говорим. Как мне кажется, гораздо большую роль в ней должны играть, тем не менее, все равно те самые профессиональные стандарты, да, на которых должны быть основаны государственные стандарты, да. Системы общественно-профессиональной аккредитации этих программ, да. Вот в эту сторону, мне кажется, нужно двигаться, да, и только это движение, оно как бы там позволит действительно сократить тот объем такого вот бумажного контроля, который мы имеем, да, и как-то, может быть, сдвинуться в сторону там какого-то контроля по результату, по результатам, который там гораздо более действенный, конечно. Понятно. 65-10-99-6. А куда вы отправите учиться вашего ребенка? Андрей. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот мы как раз сейчас, собственно, готовим сына к поступлению в Бауманку. Вот. И я вам хочу сказать, что вот он занимается преподавателями, естественно, частным образом. Так вот, преподаватели, я не буду называть факультет, естественно, чтобы не подводить человека. Вот он по поводу качества среднего образования, да, современного. Значит, он такие цифры приводил. Вот на его, по его специальности, на его факультете, отсев, значит, до вот введения ЕГЭ стандартов, отсев на первом курсе, где-то был порядка 20% так. поступивших, да, как не справившихся, да, с нагрузками. Угу. Значит, сейчас это уже около 50%. То есть каждый второй студент на первом курсе... Значит, каждый второй... И он говорит, что качество студентов, качество абитуриентов, которые, значит, приходят, пугающим образом просто ухудшается от года в год в связи с введением ЕГЭ. Понятно. Вот это, да. Вот, по-моему, есть... Ясно. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, да, здесь достаточно очевидно, об этом уже и вы, ну, Игорь, говорили. Ну, смотрите, на самом деле, мне кажется, здесь не все так очевидно, да, потому что там, если я, ну, в данном случае уважаемый репетитор, да, значит, видит, что у него на факультете происходит падение количества абитуриентов, это вовсе не обязательно, да, означает, что абитуриенты в целом испортились, да. Это, может быть, означает, что самые лучшие абитуриенты теперь идут не к нему, а куда-то в другое место, да? И, может быть, этому уважаемому репетитору нужно как раз задуматься о том, почему так происходит, да? Может быть, меньше времени заниматься репетиторством, а больше времени заниматься подготовкой современных программ, да, там, ориентированной на рынок, на спрос на рынке труда. Ну вот, мне кажется, это тоже один из возможных ответов. Понятно. Вадим. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я бы прочитал, чтобы дети сами до 17 лет хотя бы размышляли и сами старались бы выбрать, куда, где учиться. А навязывать им свои «иди сюда», как бы это не так правильно. Наше главное дело воспитать и дать размышлять. Они то есть вы готовы предоставить, скажем, при наличии каких-то, да, финансовых ресурсов ребенку самому решить? Да. И у меня еще вопрос по министерству по поводу сейчас нынешнего стандартов, как сейчас было, разговаривали, ну, что есть стандарты, ЕГЭ, вот это все. Да. На данный момент, мне кажется, Министерство образования вот сейчас это представляет, неважно, как его там сейчас фамилия, но его задача поставить специалистов данному государству в той или иной отрасли. А наука должна люди
им жить и развиваться в науке. Ну, как бы стал настоящий ученый. Вот и все. Понятно. Спасибо. Ну, знаете, да, я хочу продлить этот вопрос. Действительно, то, что... Нет ли здесь некого противоречия? То, что высшее образование готовит специалиста, но на самом деле человек, входящий в жизнь, сейчас 16-17-летнее образование, может, той профессии еще и нету, которая появится через 4 или 6 лет, когда он... То есть тогда, может быть, тогда сделать все-таки установку не на подготовку конкретного узкого специалиста, а человека широкого профиля, который может быть перенастроен быстро на какую-то новую специальность. Человека, умеющего учиться и размышлять. Ну, вы знаете, с этим невозможно не согласиться. И опять же, я хочу сказать, что там статья Андрея Волкова и Дмитрия Ливанова, как я ее читаю, она, собственно, об этом и написана. Вот. Резануло в реплике уважаемого коллеги, то, что усыпавшего, такое аксиоматическое утверждение о том, что наша задача готовить специалистов. Ну, вот я не знаю, понимаете, вообще-то право на образование у нас закреплено в Конституции, да, и там не написано, что там у государства существует обязанность подготовить там какое-то количество специалистов для экономики, да, та конституционная норма, ну, там, как я ее читаю, опять же, это мое личное мнение, да, это обязательство нас, как государства, предоставить нашим гражданам, которые, кстати, платят налоги, да, возможность для индивидуального развития, да, для самореализации. Да. Вот в этом смысле, конечно, образование должно быть по своей там, структуре, да, по тем компетенциям, которые оно дает, да, там, максимально состыковано с рынком труда, да, и ориентирована, да, там, на те реалии рынка труда, которые существуют. Вот, но, мне кажется, крайне, крайне неправильно просто, ну, даже идеологически, рассматривать наше образование исключительно как удовлетворение под, там, абстрактной экономики, потребностей абстрактной экономики, абстрактных специалистов. 65-10-9-6, у нас совсем мало времени, есть еще вопрос у Анатолия. Слушаем вас. Алло. Да, Анатолий на стендбай. 65-10-99-6. Куда вы отправите учиться ваших детей? Кирилл. Алло. Алло. Да, Кирилл, слушаем вас. Добрый вечер. Я хотел бы затронуть небольшой вопрос по поводу обсуждаемой темы. Очень коротко, да. Да. Хотелось бы услышать мнение по поводу того, что... В настоящее время, как в высшей школе, так и, собственно, в академической науке, очень низкая мобильность самих преподавателей, которые еще в советское время, скажем так, обучались и получали свои степени, они и с точки зрения получения какого-то нового знания, и с точки зрения, скажем так, каких-то бюрократических процедур достаточно зарегламентированы. Если появляется какая-то новая яркая идеи, они не всегда, скажем так, готовы ее воспринимать. Вот прокомментируйте, пожалуйста, насколько, какую вот, скажем так, ментальную подготовку среди преподавательского состава вы считали бы целесообразным проводить, тем, чтобы реализовать те предложения. Ясно, Кирилл. Спасибо. Нет, ну, а что очень здесь, коротко, да, если ну, можно. Что, что здесь комментировать? Ну, мне кажется, здесь вопрос не в ментальной подготовке, да, вопрос в том, как у нас устроен контракт, да, профессиональный, о том, как у нас есть возможности для мобильности, да, там, карьерной, профессиональной, социальной. Вот, конечно, низкая мобильность во всех отношениях, да, это там большая проблема, и, конечно, мы будем ее всячески стимулировать. Понятно. Ну что ж, напомним слушателям, что у нас в гостях сегодня был заместитель министра образования и науки Российской Федерации Игорь Игоревич Федюкин, человек, который в себе сочетает, собственно, и академика, исследователя, и журналиста, бывшего с Максимом коллегой по ведомостям, поработавшим в крупнейших российских изданиях, в
коллега мой, собственно, по академическому миру, профессор Российской экономической школы. К сожалению, я никогда не был профессором. Это высокая честь, которую я никогда так не удостоился. Я был директором по прикладным исследованиям. Я думаю, что еще впереди, как Максим сказал, да, прекрасный расслабленный профессор, тот образ гарвардский, который он нарисовал, еще все это сделает. Греет душу, так точно, да. Ну что ж, спасибо. Спасибо. Спасибо за нынешний эфир. Спасибо. Услышимся через неделю. Это была программа «Археология». Продюсер программы Дина Трубовская. Доброй ночи и удачи.